Привет! Мне поступило много вопросов и просьб вопросов с просьбой рассказать о том, чем нужно удобрять, подкормить рассаду, когда она только-только взошла. Я покажу на своем примере, как это делаю я и что я для этого делаю. Итак, вот у меня какие уже всходы петунии, которую я садила в конце января, в начале февраля, то есть. Вот, это у меня свеженькие, я подсаживала. Ну, вот эти вот, да, более-менее такие хорошенькие. Итак, что же нужно делать? То есть она еще слабенькая. Что же нужно делать, чтобы придать ей силы и дать ей стимул к дальнейшему росту и развитию. Значит, в настоящее время есть одно из самых лучших удобрений. Это монокалий-фосфат. По-другому называется монофосфат калия. Но суть это не меняет. Значит, состав его такой, что здесь фосфора содержится 50% и 33 калия. Фосфор на этапе развития рассады играет самую главную роль, потому что сейчас главная задача у всех молоденьких растений это нарастить корневую, чтобы дальше можно было развиваться. Итак, значит, это очень хорошее удобрение, значит, его не слышала ни одного плохого отзыва про него. Значит, итак, сейчас я покажу, как я это буду делать. Итак, значит, вот у меня кружечка, налита в кувшин литр воды, простой такой комнатной температуре. Значит, я в этой кружечке сейчас разведу необходимое мне количество удобрения, именно которое необходимо на 1 литр воды. На 1 литр воды этого удобрения нужно примерно 1,5 грамма. Один, ну, лучше 1 где-то грамм. Это вот такая вот примерно небольшая ложечка. Так, тут комочек. Сейчас я уберу без комочка, чтобы было быстрее. Вот такая вот неполная ложечка. Эта ложечка у меня... Такие ложечки идут в комплекте примерно с сахарозаменителями. Маленькие. То есть... Вот такая ложечка. Это примерно 1 грамм. Я замеряла, проверяла. Значит... Помешаем здесь все хорошенечко. Это я с спринцовочкой. Так, и все это мы переливаем. Так, еще раз, чтобы все хорошенько отсюда выполоскать. Он растворяется очень хорошо. Значит, такую маленькую рассаду нельзя поливать струей воды. Ее нужно поливать капельным способом. Для этого я использую всегда спринцовку. Любую рассаду, не только петунию, любую рассаду. А когда рассада еще маленькая, ее нельзя поливать лейкой, там, чтобы струя была. Итак, я, значит, я набираю спринцовку воду с удобрением. И вот таким вот способом под корешочек аккуратненько прокапываю. Аккуратненько прокапываю под корешочек. Все. Так, здесь. Так, здесь у меня подсаженные и более-менее, которые подросли. Подсаженные тоже прокапываю. Так, вот здесь у меня, тут уже прямо, я так понимаю, нужно было. Так, вот здесь один лег. Сейчас мы его попробуем поднять. Так, вроде бы ничего. Так, вот здесь у нас
Тут молоденькие только взошли. Так, ну тут я уже прокапала. Итак, вот такое нехитрое удобрение, но очень-очень эффективное. Оно помогает, буквально поднимает рассаду и дает ей стимул расти. Значит, что нужно делать потом? Значит, поливать данным удобрением, ну, желательно раз в неделю. Раз в неделю подкармливать. Значит, на момент, когда у рассады появляются вторая пара настоящих листочков, значит, ее нужно уже подкармливать комплексным удобрением, в котором фосфор, азот, фосфор и калий примерно в одинаковой пропорции находятся. То есть, чтобы уже дать расти зеленой массе. Вот. Но сейчас, в данный момент, рассада нуждается в усиленном развитии корневой системы, и этому помогает вот это вот удобрение монокалий-фосфат. Ну вот, все. Кому было полезно, ставьте лайк. Всем пока!